Ереванский Арарат вышел во второй отборочный раунд Лиги конференций, победив в ответном матче венгерский клуб Фехервар 2-0. Первый матч в Венгрии завершился в ничью 1-1. В рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, Арарат в Гюмри отправил два безответных мяча в ворота клуба Фехервар, который в минувшем чемпионате Венгрии занял третье место. В составе ереванского клуба отличились 27-летний сербский полузащитник Димитрия Пабулич и 19-летний вуарийский нападающий Силу. Во втором раунде соперником Арарата станет победитель пары Пайди из Эстонии и Шленск-Вроцлав из Польши.